Всем привет, дорогие друзья! Я сегодня подготовил для вас еще одну очень крутую карту, на которой можно нафармить огромное количество опыта, практически ничего не делая. Внимательно, смотрите, у меня 134 уровень, мне нужно еще 75 169 опыта до 135 уровня. Заходим в код острова, вводим номер карты 93-34-04-34-67-66 и ставим версия 37. Обязательно ставьте версию 37 для того, чтобы карта работала, там обновлено все, все секретные кнопочки, все работает. Итак, погнали. Ставим здесь частная игра и переходим на сервер. Пока игра грузится, не забудьте поставить лайк на это видео, подписаться на канал, нажать колокольчик, чтобы не пропускать новинки, новые видео по прокачке уровня, по прокачке боевого пропуска. У меня весь боевой пропуск куплен. Я уже покупаю дополнительные скины в этом боевом пропуске благодаря вот этим картам. Когда карта загрузилась, мы появляемся в такой ядовито-зеленой локации. Нам нужно спуститься вниз. Вот видите, опыт начал начисляться уже потихонечку, но это совсем не то, для чего мы здесь находимся. Становимся примерно здесь и юзаем любую эмоцию до конца. После этого появляется секретная кнопочка. Мы взаимодействуем с этой кнопкой и появляемся в локации, где перед нами находится таймер на 10 минут. Нам нужно с вами дождаться, пока этот таймер пройдет, чтобы пойти дальше. Но оно того стоит. Таймер заканчивается, после чего мы подходим к вот этим кнопкам и вводим код. 225. Если вы случайно допустили ошибку, не переживайте. Вот этой кнопочкой вы можете его сбросить и ввести заново. Если ввели правильно, как я сейчас, нажимаем «Подтвердить». И смотрите, появилось два моба. Берем снайперскую винтовку, устраняем первого моба и смотрите на экран. Начал капать опыт очень большими количествами. Ждем, пока опыт не перестанет начисляться. 48199 я сейчас получил. Опыт перестал начисляться. Устраняем второго моба. И опыт продолжил начисляться. Еще 22 867 опыта я получил на этой карте. Дальше. Проходим к холодильнику. И на холодильнике есть секретная кнопка. Нажимаем ее. Нас телепортируют в комнату с таймером в 5 минут. Нам нужно подождать, пока этот таймер закончится. Точнее, это не комната, а космическое пространство. Ждем. Таймер подошел к концу. Мы подходим к вот этим кнопкам. И по очереди каждую из них нажимаем. Когда мы нажмем с вами последнюю кнопку, нас телепортируют в комнату ожидания, где мы сможем дальше продолжать получать пассивно опыт. Все, вот такая попрыгушка. Мы здесь чилим, делаем кофеек, чаек, кушаем, идем в магазин, моемся. Все, что вам придет в голову. И нам потихонечку начисляется опыт. Я вышел из комнаты ожидания, пробыл я там всего 5 минут. Я засек таймер специально, чтобы зафиксировать количество полученного опыта. В общей сложности в комнате ожидания я получил
около 55 тысяч опыта. За карту за 20 минут времени на этой карте общая сумма получилась почти 130 тысяч опыта. Я думаю, это очень даже круто за 20 минут времени, поэтому рекомендую однозначно. Пользуйтесь, качайтесь, не помешает. Вот смотрите результат. Сейчас у меня 135 уровень, и до 136 уровня мне нужно 22 тысячи опыта. По-моему, результат просто феноменальный. Рекомендую эту карту однозначно.